Здравствуйте, меня зовут Руся, я вокальный имиджмейкер. Я хочу рассказать вам о том, как легко при помощи одного несложного упражнения расслабить мышцы гортани. Почему у нас закрываются мышцы гортани? Вот голоса могут звучать так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Слышите, есть такой немного крякающий оттенок. Этот голос, этот оттенок в голосе сообщает нам о том, что у человека зажата гортань. Она не позволяет опускаться в нижний регистр и зачерпывать чувственные низкие обертона и застревает на одном каком-то этаже, на максимально натруженном. Тот голос, которым человек пользуется в течение жизни чаще всего. Как расслабить вот этот вот зажим? Есть очень простое упражнение, оно имеет такой детский описательный характер. Называется оно «Колечко». Мы будем с вами пробовать завернуть язык в такое полукольцо. Я покажу это упражнение с обнаженными зубами, чтобы вы увидели механику. Обратите внимание, как двигается моя гортань при этом. Вам нужно кончик языка завернуть максимальное колечко и постараться коснуться мягкого неба. Мягкое небо – это такая висюлька. А если вы посмотрите в зеркало, увидите, там висит такая штучка. Так вот. Видите, когда я заворачиваю язык туда, в глубину своей глотки, у меня гортанная чашечка, гортань уходит вниз. Еще раз. Вот в таком состоянии нужно продержаться минуту, отдохнуть полминутки и еще разок. Показываю теперь с закрытым ртом. Попробуйте еще с таким состоянием немного мычать себе в грудь, закладывая звук за воротник. Для того, чтобы понять, правильно ли ваш звук закладывается за воротник, действительно ли он идет вниз, приложите, пожалуйста, ладонь к груди, и вы почувствуете, что при правильном выполнении упражнения голос опускается вниз и вибрирует кость под ладошкой. Закрепим успех! Если у вас не получается, попробуйте представить, что у вас горячая еда на языке или вот-вот зевнете. Вот как выглядит это все анфас, да? Надуваются здесь, как я это называю, как городской шаленый голубь с надутым зубом. У вас должна раскрыться гортань, вот здесь надуться немного шея. Это означает, что ваша гортань опустилась вниз. Подобным образом вы сможете снять напряжение вот с такого закрытого голоса и тем самым достать или обеспечить себе доступ к нижнему регистру. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вместо «Добрый день, уважаемые дамы и господа», когда голос звучит скудно на одной или двух нотах. Вот такой нехитрый секрет.